Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жану Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатру вашчаки басинду бивача патитанан павуне бхавишна бибью намо намаха мукан кароти бача ланг пангун ланг хетгир жатки патаманг банди парманандумадвам бендавы тулсиде бипиавы кешвасача Шна Бхакти Праде Деви Шатто Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватик Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакшо Жагодаруно Дейям Сада Парибхагнам Абиштудухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапала Бхабаддипутам Банде Махапурусвате Чаруна Равиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи, токема пикапава душвадаш, пурнану рагра са сагра сарумурти, сарадхикама и када кипам каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджану ламмита хужоу канука бодату Шанкиртану и капитару камала ятакшо Вишам бару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тавападу Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам, Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам, Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно приямананга мадапарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Баги саджушо бадане, Лакшми джушо чабакшаши, Яся стехиде самбихид, Твам нишинга махам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рам Рам Хари Хари. Кайвалла наракая те тидаса пур акаса буспая те
Дуддантендрио Кало Сарпапатире Пратхато Дангштайати, Бидхим Мандаддишча Китайати, Бишампурна Сукхайати, Яткоруна Катакша Вайбаватам, Тангоура Мева Стумаху. Койвалла Наракайати, Койвалла Наракайати, Тидаса Пура Акаса Пуспайати, Дуддантендрио Кало Сарпапатире Пратхато Дангштайати, Бидхим Мандаддишча Китайати, Бишампурно Сукхайати, Яткоруна Катакша Вайбаватам, Тангоура Мевастумаха. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, если мы видим, что вокруг нас некому защитить, нас некому защитить, это опасная ситуация. Если нет защитника, без защитника мы будем падать все ниже и ниже, потому что майя беспощадна. If we discover nobody is there to protect us, then the surrounding situation can take an ugly turn. Если нас некому защитить, if there is no protector in our life, perceptor, обстоятельства сложатся так, что я, скорее всего, не выстою в них. Они, обстоятельства, заставят меня пасть. Поэтому нам необходим защитник. Не актер в театре, а подлинный защитник, тот, кто 24 часа в сутки совершает баджан. Тот, кто обладает прямыми осознаниями. Тот, кто может занять меня в Бхагавата-севе. Но помимо всего, я также должен быть искренним. Некоторые заявляют, что у них достаточно денег в банке. Деньги обязательно защитят их. Или у них хорошая страховка, или хороший муж, или сыновья, дочери. Они спасут меня, думают люди. Но на самом деле, никто из этого мира не может защитить нас, никто и ничто, ни деньги, ни люди. Только Садхгуру может защитить. До тех пор, пока мы не осознаем превосходство Галоки, Галока Вайкунтхи, пока мы не почувствуем влечение к ней, это крайне опасное положение. Прабхупад говорит, что если у нас нет интереса, влечения к апракрита преме, материальная према, которая является противоположной трансцендентной апракрита, погрузит нас на самое дно существования. Выжить не получится. Я говорил о том, что Нанда-Нанда Шри Кришна все привлекающий. А Чайтанья Махапрабху совершал различные лилы, несмотря на то, что сам он Кришна, он объясняет Кришна-лилу. То есть Гора-лила поясняет нам Кришна-лилу. Если я напрямую пытаюсь понять Кришна-лилу, у меня есть все
шансы ее не понять, понять неправильно. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна принял форму Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы объяснить свои собственные игры, что я подразумевал под Расалилой, что я подразумевал под той или иной лилой, каково их значение. Как я уже говорил, большинство людей неправильно понимают Бхагавана Шри Кришну, имеют неправильное отношение к нему. 99,9% людей, даже те, кто уже в нашем Гаудия обществе, есть те, кто неправильно понимает его. Потому что если смотреть на него материальными глазами, мы видим лишь материального героя и ничего больше. Именно поэтому Махапрабху и поясняет нам его игры. Как вы помните, Махапрабху не прощал брамачари, ни саньяси, если те испытывали влечение к женщинам, деньгам, в особенности женщинам. Примером этому является случай с Чота Харидасом. Но встает вопрос, как же тогда Махапрабху выражал такое почтение Рай Рамананду? Рай Рамананде. Тому, который обучал танцевать молодых девушек перед Джаганнатхом, разыгрывался спектакль. Сам Рамананда Рай написал сценарий и помогал юным девушкам, обучал их, как танцевать, как играть, как выражать те или иные чувства. И никого, кроме девушек его, не было там, где он обучал их. Встает вопрос, если Кришна Лила грязна, так почему же Махапрабху выражает почтение Рай Рамананде? Махапрабху объясняет, что Рай Рамананда не испытывает никаких реакций. Он полностью контролирует органы своих чувств. Он не чувствует никакого влечения к девушкам. Он одевает ее в сари, помогает ей совершать омовение, наносит на нее косметику. Ведь если бы Махапрабху осознавал, что Рай Рамананда испытывает вожделение, он бы также прогнал его, как Чота Харидаса. Но сам Махапрабху говорит, во всей Вселенной лишь Рай Рамананда обладает могуществом, которое позволяет ему не испытывать никаких реакций в виде влечения к юным девушкам. Это говорит о том, что его тело трансцендентно. Тем не менее, когда Махапрабху видел хоть какой-то намек на каму, ведь Чота Харидас в действительности физически не сделал ничего, но лишь какое-то малейшее осквернение, какой-то намек на каму было в его сердце. Именно из-за этого Махапрабху прогнал его. На основании этого мы должны понять, насколько совершенна Кришна Лила, насколько она чиста.
Ведь сам Махапрабху денно и ночно обсуждал лилу Кришны в закрытом помещении. Это не было в открытом собрании. Лишь с близкими Рай Рамананда и Сваруп Дамодаром Махапрабху наслаждался играми Кришны. Это происходило постоянно. Благодаря этому мы понимаем совершенство игр Кришны. Порой Прабхупад с горечью говорил: люди из Южной Индии по сей день не могут понять Кришна-лилу. Они думают, они считают, что лилы Рамы и Ситы традиционные, они правильные, потому что тут лила супружества. Сита, Нараян и Лакшми — то же самое. Но совершенство Кришна-лилы они понять не могут. Они называют его неблагочестивым. Так почему же все, и Шанкар, и все хотят принять участие в Кришна-лиле? Почему Удаваджи мечтает получить пыль с лотосных стоп гопи? Если бы гопи были порочными девушками, почему бы чистый преданный Удава стремился к этому? Проблема в том, что когда мы применяем наши материальные мерки к играм Господа. И по сей день люди из Южной Индии не могут понять совершенство игр Кришны. Из своего высокомерия они судят Кришну, но Кришна, Верховный Господь, Он управляет бесчисленными мирами. Все аватары Господа выходят из Кришны. Он источник всех аватар. Бесчисленное количество аватар. Шри Кришна вечно пребывает на Голока Вриндаване и совершает игры с гопи и браджавасе. Тем не менее, люди не могут их понять. Некоторые преклоняются перед... богатством Господа, перед, с почтением склоняется к Господу. Но Кришна говорит, если присутствует Айшвария Бхава, места для премы остается немного. Я не могу выражать ее свободно. Поток премы ограничивается. Подобно этому мы видим и в материальном мире. Мы не можем так просто подойти к богатому человеку, занимающему большое общество, большое место в этом обществе. Мы не можем так просто подойти и открыть ему свое сердце. Я сам видел, что есть настолько состоятельные люди, живут в роскоши. Я сам видел, что они бессердечны.
В Чайтанья-чаритамрите сказано, что если есть переизбыток Айшварьи, она препятствует любовному обмену с Господом. Она становится препятствием. Перед Радхаятрой проводится фестиваль Хера Панчами, когда Лакшми в гневливом настроении выходит, чтобы наказать слуг Джаганатхи, который увозит его. Все преданные Махапрабху, Нитьянанда, Шривас Пандит ждали, чтобы увидеть эту лилу. В Чайтанья-чаритамрите говорится об этом, что они обсуждали лилы. Махапрабху задавал вопросы. Сваруп Госави. Махапрабху хотел узнать сокровенные истины према-таттвы. Сваруп Госави объяснял, почему гневается Лакшми Деви, почему она наказывает слуг Джаганатха, почему она не испытывает удовлетворения, почему она недовольна, что происходит с гопи. Шивас Пандит говорит, что во Вриндаване ничего нет, одни деревья, растения, поля. Он в шутку говорит, что там никаких, ничего нет, одни поля, леса. А у моей Лакшми Деви несметное богатство, поскольку она богиня процветания. Богиня богатств. В ответ Махапрабху говорит, ты говоришь о богатствах Вайкунтхи, но не забывай, что во Вриндаване богатства покрыты Мадхурией. Они присутствуют там, тем не менее покрыты любовью, сладостью. Айшварья не главный фактор, хоть она и присутствует во Вриндаване. Главное — это Мадхурия. Во Врадже главное — это сладость. На Вайкунтхе несметное количество богатств. Но даже уголок богатств, то есть небольшая частица, то есть один уголок Вриндавана, насколько там богатств, не может сравниться с целой Вайкунтхой. Ты что, забыл, Шривас? Может быть, Лакшми Деви и богиня процветания, богиня богатств? Не забывай о том, что все исходит из лотосных стоп Радхарани. Из кончиков ее ногтей исходит беспрерывный свет. И
из этого света выходят бесчисленные лакшми. Гайтри Деви, Лакшми Деви, Сарасвати, Парвати, все они исходят из лотосных стоп Шримати Радхарани. Ты забыл. Даже гопи, Лалита, Вишакха, они отличны от Радхарани, они ее экспансии. Они забыли о том, что они экспансии Радхарани. Их память не позволяет им помнить об этом. Для того, чтобы служить Кришне всячески, они распространились в эти экспансии. Шримати Радхарани распространилась в экспансии. В прославлении Бхагаватам написано, кто, что Радхарани — это Кришна, а Кришна — это Радхарани. Это прямое доказательство, находящееся в шастрах, в этой шлоке. Знаете наверняка, что Кришна — это Радхарани, а Радхарани — Кришна. Они не отличны друг от друга. Мы знаем утверждение из Веданта Сутры. Шактиман, Кришна, не отличен от своей шакти, потому что шакти пребывает в Кришне. Ваша энергия, ваша шакти также пребывает в вас. Она не снаружи, не отдельно от вас. Но в трансцендентном мире такое возможно. Внутренняя энергия Кришны, Хладини шакти — это Радхарани. Ее, возможно, ее отдельное существование. Но вы не можете отделить вашу энергию от себя. Мы можем увидеть, что в человеке много сил, много энергии по его поведению. Тем не менее, отделить человека от энергии невозможно. Но подобное возможно в трансцендентном мире. Майявади, бессердечные люди, те, кто поклоняется с почтением, не осознают, сколько богатства во Вриндаване. Они не могут постичь, сколько богатства во Вриндаване. Тем не менее, Кришна говорит об этом. Почему Кришна совершает игры с гопи и коровами? Потому что ему не нравится Айшвария. Как мы уже обсуждали в Брихат-Бхагаватамрите, говорится о том, что Кришна испытывает 100% влечение к Вриндавану, несмотря на то, что в Двараке несметные богатства, непостижимая Айшвария. Ему скучно, скучна эта Айшвария. Когда Рукмини спит,
Когда Кришна спит, гопи плачут, целые озера слез образуются от их слез, от их плача. Все, что хочет Кришна, любви Радхарани. Именно поэтому ему не нужна никакая Айшвария. Даже нищий может совершать баджан Кришне, поклоняться Кришне. Ему не нужны никакие богатства. Но для того, чтобы поклоняться Нараяне, необходимы какие-то средства. Тем не менее, пятью расами можно обмениваться лишь с Кришной. Всеми пятью расами. Махапрабху пришел сюда, чтобы обучить нас уннато уджвала расе. Для того, чтобы даровать нам сокровенное богатство. Но из-за глупости мы не можем принять его. Таким образом, Бхагавану совершенно неинтересна Айшвария и не свойственна. Помимо всего, в читании Чаритамрите сказано, что для того, чтобы любить Кришну и поклоняться Ему, необходимо лишь одно — это ваше сердце. Чего ждет от нас Кришна? Снеха-севу. Снеха означает сильнейшее влечение к Кришне, сильнейшая любовь к Нему. Когда ребенок, то есть ребенок очень сильно любит свою мать. Он обладает снехой к матери. И Кришна ждет от нас именно такой любви, безграничной, сильной. Ей может обладать любой. Любой может поклоняться Кришне. Бедный или богатый. Тем не менее, поклоняться Нараяне не так просто. Нужно поддерживать определенные стандарты. А Кришне это не важно. Кришна не обращает на это внимания. Есть много категорий гопи. Их так много, мы не знаем об этом. У нас нет информации даже об этом. Гопи не одинаковые. Есть категория гопи аверикан. То есть разные категории людей воплощаются, разные категории преданных воплощаются во Вриндаване, чтобы служить Кришне. Есть даже из диких племен, которые становятся гопи и служат Кришне. Это говорит о том, что Кришне может служить абсолютно любой, но этого не происходит с Нараяной. С Нараяной можно наслаждаться лишь двумя расами — Шантой и Дасией. И в какой-то степени Сакхи. Там нет такой сладости и близости, как между мальчиками-пастушками и Кришной. Когда Кришна соревнуется с мальчиками-пастушками, они,
заключает пари. Если победим мы, залазим тебе на плечи, а если ты, тогда ты нам. И мальчики-пастушки всегда побеждают его, потому что Кришна всегда побежден преданными. Итак, Шридам залазит ему на плечи и подпинывает Кришну в грудь так, что издается мелодия. Шридам сидит, его ноги свисают, и он стучит по груди Кришны, издавая мелодию. Но с Нарайной такое не получится. Нарайна вас побьет и отправит в свои кунтхи. Но Кришна позволяет это. Он счастлив от этого. Вы не можете дать остатки своей пищи Нарайне. Нарайна прогонит вас за это. Тем не менее, Кришна с радостью примет. Мы это видим на примере мальчиков-пастушков. Когда они спрашивают: «О, Кришна, смотри, здесь сладкие фрукты. Как их достать?» Он говорит: «Хорошо, я вас держу, залазьте мне на плечи». А сверху следующий гоп встает. И так они пирамиду создают из друг друга. Один на другого, и в конце концов они дотягиваются до сладких фруктов, срывают их. И вначале пробуют мальчики-пастушки. Кусают? О, вкусные. То есть первый срывает, пробует, потом следующий пробует. И до Кришны доходит уже полностью обкусанный фрукт. И он доедает его, говорит: как сладко, самый вкусный. Но с Нарайной подобное не пройдет, невозможно. А с Кришной возможно все. Подобное совершал и Чайтанья Махапрабху в Гадруме. Он приходил в дом к молочнику и говорил: «О, у тебя есть йогурт? Да, садись». И он напивался, наедался молоком и йогуртом. День и ночь в Гадруме происходила такая лила. В этих играх нет ограничений, но в служении Нарайне нужно быть очень осторожным. Полно ограничений. С Кришной можно шутить, можно обзываться. Такие игры возможны лишь с Кришной. Так Кришна Бхаджан несравненно выше, чем поклонение кому бы то ни было. Если мы хотя бы пытаемся сравнить служение Нарайне и служение Кришне, мы глупцы, потому что они не идут ни в какое сравнение. Они полностью отличны друг от друга. Занимают абсолютно разные положения. Завтра мы продолжим об этом говорить, потому что мы должны приступить к нашей основной теме уже послезавтра Экадыши, и мы должны завершать. Как мы говорили, Махапрабху встретился в Южной Индии с последователями Шри Сампрадая. И все они изменили свое настроение и захотели поклоняться Кришне. Они не понимали совершенства Кришна Севы, пока они не встретились с Махапрабху. Пока Махапрабху, сам Кришна, не объяснил им, они не понимали, но в конце концов они изменили объект своего поклонения и стали поклоняться Кришне. Те, кто не были вайшнавами, встречаясь с Махапрабху, становились вайшнавами. Те, кто были майвади,
или в Шри Сампрадае также изменялись при встрече с Махапрабху и начинали поклоняться Кришне. Их настроения менялись, и они проводили свои дни в танцах и пении святых имен Кришны. Махапрабху подшучивал над Венкатабатой, который поклонялся Лакшми Деви. Я слышал, что Лакшми Деви никак не может попасть, принять участие в Раса-лиле. Также я слышал, что по сей день она совершает баджан в Белване, во Вриндаване, пытаясь обрести возможность войти во Вриндаван. Но безуспешно, потому что она не готова следовать Шримати Радхарани. Она думает, я богиня процветания, с чего это я буду следовать этим пастушкам? Так Махапрабху подшучивал над Венкатабатой. Не мог бы ты дать мне ответ? Почему у Лакшми Деви нет доступа к Расалиле? Почему так шутишь? Я слышал, что Лакшми и Радхарани — это одна и та же личность. Да, это действительно так, тем не менее, разница существует. Огромная разница. С одной стороны, они едины, а с другой стороны, отличны. Об этом же говорится и в Гопи Гите. В Гопи Гите гопи поют. Существует бесчисленное количество Лакшми, а Радхарани является их источником. Но когда родилась Радхарани, Лакшми Деви будто бы украсила всю Браджадхаму. Он и так был прекрасен, но с появлением Радхарани... Простите, или с появлением Кришны? Лакшми Деви украсила Брадж. Брадж всегда прекрасен. Тем не менее, Лакшми Деви украшает его в честь твоего рождения. Венкатабата и Тирумалбата разговаривали с Махапрабху, и Махапрабху сказал, что да, действительно, Сиддханта гласит, что Нарайана и Кришна не отличны друг от друга. Муж Лакшми, Нарайан, не отличен от Кришны. Кришна, эша расастити. I give so many documents. If you can accept it, it's okay. If you cannot accept, it's okay.
Итак, я привел уже множество свидетельств, доказательств. Вы можете принять их или нет, верить или нет. Итак, Махапрабху говорит, да, они не отличны. Тем не менее, в соответствии с раса-таттвой, между ними пропасть. Они абсолютно разные. Потому что Кришна совершенен. Он бесконечный, бездонный океан премы. Бездонный океан нектара. Лишь по своей неудаче вы не можете осознать преимущество Кришны. В Кришне есть особые качества, которые не присущи Нарайане и никогда не будут присущи. Об этом мы поговорим завтра, потому что время уходит. Если бы нам не надо было есть и пить, не надо было ходить в туалет, мы бы бесконечно сидели и обсуждали харикатху. Для меня самое сложное это принимать прасад. Я злюсь, когда нужно отвлекаться для того, чтобы принять прасад. Завтра я продолжу говорить о Кришна-бхаджане для того, чтобы у вас не осталось никаких сомнений. Но если вы будете слушать свой ум, тогда придется отвезти вас психбольницу, то есть лечить. Я сам знаю, что вот у Шрилы Бхактивинода Тиртхи Госвами Махарадж был такой ученик. Итак, вчера я говорила о 17-м гуру, о маленькой птичке по имени Курари. Птичка называется Курари. Эта маленькая птичка находит кусок плоти и хочет с наслаждением поесть. Она находит уединенное место, где никто не побеспокоит, начинает есть, но тут прилетают другие птицы и нападают на нее. Птичка не понимает, в чем дело. Я же ничего плохого не сделала. Почему они нападают на меня? Я не воспринимаю их как своих врагов. Что я сделала? Птичка пугается. На нее со всех сторон летят. Из-за страха кусок мяса выпадает из ее рта. Он падает на землю. И в этот момент она понимает, что все, кто нападали на нее, теперь летят за этим куском мяса. И она испытывает облегчение. Так вот, почему они нападали на меня. Они на самом деле не воспринимают меня как своего врага. Им просто нужно мясо. Лабху, пуджу и пратиштху можно сравнить с этим куском плоти, за которым охотятся.
Поэтому я никогда не привлекаю сюда людей. Когда я жил на Сурьякунде, я рассказывал Харикатху одному человеку. А иногда я читал просто Бхагавану, то есть перед божеством. Совершенно не было слушателей. Таким образом, я стараюсь относиться к лабхе, пудже и пратиштхе как к куску плоти, который приведен в пример в этом примере. Весь мир может восстать против меня, но им незачем атаковать меня. Но если вы проанонсируете, Махарадж отправляется в Америку на проповедь, и посмотрите, что произойдет. То есть смысл в том, что появится объект для зависти, повод для зависти. И все бегут за деньгами, положением женщины. Весь мир гоняется за этим. Гонится за этим. Но Прабхупад никогда не хотел, чтобы все это было включено в проповедь. И он никогда сам никогда не интересовался этими вещами. Но жизнь меняется, меняется обстановка, и якобы меняемся мы, и некоторые говорят, что должна быть изменена и Сиддханта. Но Сиддханта никогда не может быть изменена. Некоторые заявляют, что нужно изменить правила и предписания. Но правила и предписания, которые существуют в Гаудия Матхе, трансцендентные, они вечны. Наша Гуру Варга, Вьясадев, Бхагаван провозгласили их, и мы должны им следовать. А если мы не сможем, если мы не будем этого делать, мы потеряемся, затеряемся в этом мире. Может быть, весь мир будет выражать вам почтение, но какой смысл в этом, если вы сойдете с истинного пути? Об этом мы поговорим завтра. Итак, птичка с облегчением осознает, что они не воспринимали ее как врага. Точнее, она была их мишенью, была врагом для них, потому что у нее был кусок этой плоти, который хотели они. Так вот, когда у человека есть какие-то богатства, преимущества, остальные хищные птицы нападают на... То есть те, кто завистники, нападают, подвергают нападкам обладателя. Итак, Авадхут Саду говорит, что эта птичка стала моим гуру, потому что она обучила меня тому, что если ты будешь бежать за лабхой, пуджей, пратиштхой, за богатствами, славой, положением, ты станешь врагом для окружающих. Если у тебя будет все это, ты станешь врагом, если ты будешь стремиться к этому. Поэтому гораздо проще жить без всего этого. И мне нравится жить, не имея ничего. И не придется обо всем этом беспокоиться, переживать, поддерживать. Я не могу думать о материальных вещах. Я из этого сразу же испытываю много
волнений. Лучше всего жить без всего этого. Как говорил Шридхар Госвами Махарадж, как-то по желанию Гауранги мы построили здесь храм Гауранги и на этом успокоимся. Сядем тут и будем воспевать Харинам. Больше ничего не нужно. Он вновь и вновь говорил об этом. Каким-то чудом, по желанию Гауранги, у нас появился этот храм. Просто сядем здесь, садитесь вокруг меня и будем совершать Харинам. Но они настроили еще кучу храмов. Госвами Махарадж никогда не хотел храма. А Бона Госвами Махарадж, который был великим проповедником, наш Садананда с вами как раз-таки пришел в Гаудиамат благодаря проповеди Бона Госвами Махарадж. И Бон Госвами Махарадж никогда не хотел никаких храмов. Тем не менее, у него были ученики, и он построил несколько маленьких храмов. Точнее, это были даже баджан кутира. Я тоже не стремлюсь к строительству больших, к строительству храмов. Я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Я вам указываю направление в одну сторону, а вы идете в другую. То есть это просто головная боль. Собственность — это лишняя головная боль. Во время проповеди приходят миллионы долларов, но это проклятие. Это проклятие нашей жизни. Эти деньги делают из меня животное. Деньги и положение делают из меня еще более низкое существо, чем животное. Поэтому мы стараемся держаться подальше от денег и совершать баджан. Если я буду полагаться на деньги, а не на Кришну, разве я смогу совершать баджан? Итак, моей единственной опорой и поддержкой должен быть Кришна. Я должен полагаться на Него абсолютно. Предание Кришне — это центральный момент. Какие бы качества не были у человека, если у него нет Кришнайка Шаранам, если он не предался Кришне, они бессмысленны. Лишь если присутствует предание Кришне, эти качества имеют смысл. My 19th guru, that Avadhut Maharaj speaking, my 19th guru is that small bird. My 19th guru. Итак, 19-м моим гуру стала эта птичка. Я слышал, что однажды из-за маленького воробья произошел взрыв и умерло около огромного количества людей. В точности я не знаю, как это произошло. Но
Следующий мой гуру — это ребенок, мальчик. Однажды, когда я жил в Гокул Махаване, я собирал мадхукари в домах чистых браманов. Они давали мне чапати, любили меня. Я встретил маленькую девочку. Она плакала, возможно, ее наказала мама. Отругала ее. И она сидела в поле и плакала. Но внезапно она увидела меня. Увидела, что вот идет баба. Она плакала, плакала. И закричала мне: «Рады, рады, баба!» Она не забыла поприветствовать меня. Она рыдала, но со слезами все равно поприветствовала меня. Дандават, то есть дандават, рады, рады, баба. Я по сей день помню этот случай. Насколько совершенны браджаваси, как они уникальны. Я подкармливал, я однажды угостил маленького мальчика какими-то сладостями, а он ничего не дал своей сестре. Такое иногда бывает, что из-за своих прошлых самскар, то есть кто-то делится, а кто-то не делится. Маленький ребенок не понимает, кому надо выражать почтение, кому не надо. Он со всеми на равной ноге. Мама иногда зовет его, говорит: «Иди ешь». А он говорит: «Не пойду». Точнее, он не обращает внимания, когда ему к нему относятся с уважением или без него. Он все время занят, погружен в игры, с утра до вечера он играет. И ничто другое его не интересует и не волнует. Я сам наблюдал, как уже даже подросшие в 16 лет играют с утра до вечера, и ничего им не интересно. С утра до вечера они играют. И я также учился, и потом бежал играть. Без игры мы ничего не хотели. То есть имеется в виду, что очень нравилось собираться вместе и играть. Ребенок не переживает ни о чем, ни о том, как поддерживать семью, у него нет семьи, ни о каких-то других материальных проблемах. Также они не претерпевают влияние органов чувств. Only if you can give some sweet or chocolate, it's okay. But
Ну, только если ребенка накормите шоколадкой, сладостями, они порадуются. Но у взрослого человека уже все совсем не так. Ребенка не беспокоят органы чувств. У них нет ни жадности, ни разногласий, глубоких разногласий философских. И у ребенка я научился тому, что я должен вести простой образ жизни, жить как невинный ребенок. Эту шлоку я объясню позже.